Привет, друзья, это я, Иван, и в этом ролике я расскажу, где я пропадал. На самом деле, причина не в том, что я просто выгорел, и типа мне не нравился мой старый контент, типа он какой-то был слишком тупой, ну, блин, вы посмотрите мои старые ролики. Вы, блин, офигеете, что это за ролики вообще были-то такие. Ну, нет, дело в том, что я хотел снимать с ПК. И делал это через программу Bandicam. Да, знаю, программа очень дерьмовая для записи экрана. Но я всегда хотел снимать Майнкрафт на ПК, и когда у меня появилась эта возможность, я не хотел ее упускать просто так. Следовательно, я хотел снимать на ПК, но при этом на своем старом аккаунте, и повышать подписчики и просмотры. Ну, у меня не получилось зарегать этот аккаунт, и даже мой канал, заброшенный уже фанат Аида, тоже уже не сработал. Извиняюсь, те, кто хотели посмотреть мои ролики на ПК. Ведь в одном из старых роликов я говорил об этом. Хотя кто мои ролики старые смотрит? Ну, короче, вы поняли. Сам смысл проблемы в том, что я просто забросил этот канал. Сейчас уже я не как-то пытаюсь его развивать. Просто пускаю ролики, чтобы не люди, которые ждали этого 3 года, не тупо сидели и мертвым грузом на канале. Я хочу проявлять хоть какой-то актив на этом канале. Может быть, в будущем уже не буду, но надеюсь, что кто пострадает. Ну что ж, с вами был я, Иван. Всем пока!